Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ обнародовал программу поддержки блокчейн-стартапов, которые помогут детям во всем мире. Мы заинтересованы в компаниях, которые используют технологии распределенного реестра в новых сферах, применимых в глобальном масштабе, говорится в заявлении ЮНИСЕФ. С этой целью фонд предлагает долевые инвестиции до 90 тысяч долларов США для финансирования стартапов. Предложение рассчитано на смарт-контракты, токены, майнинг и анализ данных. Эта инициатива ориентирована на поддержку применения блокчейн-технологий для гуманитарных нужд.